Пацаны, давненько на канале не было рубрики с донатом. Если вы хотите ее видеть чаще, покажите мне ее своей активностью. Ставьте много лукасов и оставляйте классные комментарии. Эй, йоу, друзья, с вами все так же я, Пандосов Иксович. И сегодня на моем канале будет очередная серия рубрика с донатом. Это уже четвертая серия. С ума сойти. Ваши лайки, ваши комментарии мотивируют меня делать эту рубрику. Так что, опять же, прошу с вас 10 тысяч лайков. Это великолепный мотиватор. Вы всегда набираете больше, поэтому я скромничаю и прошу всегда десятку. В прошлом ролике, ребята, открывали миллиард тысяч паков, но ничем хорошим это не увенчалось, как вы помните. И я решил пойти ва-банк. Я решил открывать пики 81 в данной серии. Кто-то, возможно, скажет, что рушится концепция данной рубрики, ведь ты открываешь только паки. Ну, так это тоже паки, и скажу даже больше. Я открываю их с помощью тех игроков, которых я поймал в паках. То есть это тот же самый кэшбэк, про который я всегда говорю. Ну, а у меня что? Вот такая вот команда. Пойдемте найдем нашего первого соперника на сегодня. Друзья, сегодня в Лиге Чемпионов будут ответные матчи. В частности, пассажиры будут принимать Баварию. Буду верить в проход немецкой команды. И у моих спонсоров из компании OneX для вас сладкие коэффициенты. Регистрация, все это на все, один клик без паспорта и выводы практически на все платежные системы. Ссылочка будет в описании или можете по фасту перейти по моему QR-коду. А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылочка будет в описании и всех благодарю, кто уже закупался на моем сайте. У вас уже больше 2000. Всем огромное спасибо. Смотрим на состав. Ой-ой-ой, Мбаппе, Неймар, Далглиш, Канте, ёп. Твою мать, что за составы? Ну, естественно, соперник, наверное, рассмеялся, как только увидел мой состав. Я думаю, что каждый мой соперник ржет над моей командой и говорит, ха, что это за лоу-скильный бомж? Я каждый раз их расстраиваю. Надеюсь, что в этот раз получится так же. Тихо-тихо, хорошо, без паники. Нет, тут уже паника. Камеро! Найс, ребята! Мы снова вырываемся вперед и уже... Как минимум у нас есть один пик, это радует. Сколько шороха я навожу против донатных составов. Да, похуй, если я даже проиграю. В этом матче я как минимум забил гол. Так, ну это Неймар. Это опасно. Надо держать. Блять, он бежит. Подача будет? Да, это читалось. Фух, хорошо, держимся. Опа, хорошо. Лачелся. Как его правильно, не знаю. Но я знаю точно. Невозможное, возможно. Обыгрываем очередной донатный состав. Ей-ей-ей, что за анимация, Шмейхель, благодарю тебя. Это что за пиздец? А, нормально все. Просто у меня там чел спиной принял как-то непонятно, и в итоге офсайд какой-то получился, боже. Опа, хорошо, Гаррет Бейл проходит. Гаррет Бейл, ложная остановочка, закрут. Пенальти! Да пенальти, эй, урод! Так, еще дальше. И Гаррет Бейл, боже, как же он хорош. Ребята, у меня просто нет комментариев. Ну, типа, есть комментарии, это просто охуеть. Что мы творим этой командой? Мбаппе и Неймару крайне нелегко. Я вроде как играю донатным составом, но с виду это как бездонатное говно выглядит. Если я сделаю вот так. Ой-ой-ой. Добей. Ай-яй-яй, Гаррет Бейл, как же он хорош, ребята. Но это прям легендарное усиление. Карточка рейтингом 83 разъебает фул донатную команду с Неймаром, Мбаппе и Далглишем, блять. Но соперника уже нервы не выдерживает, да, он там в подкаты уже бросается. Ему прям очень плохо, мне кажется, от мысли, что он проигрывает мне. Так, Мбаппич, оторвется, нет, не оторвется. Что, блять? Мне залетело только что. Что, сейчас постараемся красотулю положить, ребята. Ой, слишком сильно, наверное, да? Ух-ух-ух, как Гаррет Бейл ударил! Охренеть! Подача! Адамыч! Не! 5-1. Блять, а кто-нибудь подойдет к мячу? Нет, 5-2. В принципе, не страшно, потому что в этом матче мы уже точно победили. Так, ну что, ребята, 5-2. Гаррет Бейл оформляет хэт-трик. Я не мог подумать даже, что Гаррет Бейл так круто играет. Также Гамеро, Трауре голешники забивали. И Неста, кстати, неплохо сыграл. 8-1. Вообще не выпадал из игры. Ну и по итогу, что мы имеем? 5 голов, 5 пиков. И за победу еще 3 пика. Без лишних слов, открываем с первого пика. Акуня. 83 рейтинг. Ну, как на позицию ЦЗшника, может быть. Хотя нет, 1,72 м. Нет, ни на какую позицию Акуня нам не подходит. Следующий пик. Строкоша. Третий пик открываем. Смотрим. Ой-ой-ой, Эдерсон. Эдерсон 88 рейтинг, но блин, у меня там стоит Шмейхель, который играет охерительно, ладно. Возьму пока Эдерсон, возможно, дам ему шанс. Четвертый пик, Ляпорте 87. Ну слушайте, отличный линк Ляпорте плюс Эдерсон. 88 плюс 87 рейтинг, но все равно это не те игроки, о которых я мечтаю, сами понимаете. Следующий пик, последние три пика.
Открываем, смотрим. Зиеш. Ну, в основу вряд ли он мне залетит. Хотя на позиции ЦП, может, он себя как-то покажет. Потому что я играю без цапников. Следующий пик Фабиана. Ну и, собственно, последний пик. Это кто у нас будет? Это будет Хименес и Пулишич. Да. Ну, не знаю, не знаю. Наверное, ожидал чуточку больше. Хотя бы одного прям топ-игрока. Ну, несомненно, для Порте Эдерсона сделают мне хоть какой-то буст в составе на данном этапе, но все равно хотелось бы, конечно, что-то поприятнее увидеть. Ну и переходя к нашим друзьям из Onyx, ребята, не забывайте про мой классный промокод. Он поможет вам на старте. Ну что, ребята, буст в команде произошел. Не сказать, что прям какой-то нереальный, невероятный, но так или иначе. Алана я решил пихнуть на ЦП вместо Иньесты. Собственно, Лапорте на позиции ЦЗшник. Нужно отблагодарить Люка Шоу за его старания. Сколько он? 6 матчей отыграл на позиции ЦЗшника. Ну и, собственно, Эдерсон. Но до этого у меня был Шмейхель. Не сказать, что я очень сильно нуждался в голкипере. Но так или иначе, хайрейт. Пока что командочка выглядит вот таким вот образом. Главный MVP в нашей команде — это Гаррет Белл. 5 голов, 1 ассист. Так, ну и next соперник. Давайте взглянем. Ой-ой-ой, какая цветная команда. Рэшфорд, Руни. Там в моменте кто-то был, я еще увидел. Какая-то траурная у него... одеяло на трибуне. Может, он намекает, что он меня хоронить сейчас будет. Так, хороший пас. Шикарнейший, я бы даже сказал. Но тут Варан меня ждет. Как меня заебал этот Варан. В каждом составе, нахуй. Вот принципиально, если мне даже упадет Варан, я его просто квиксельну. Никуда его ставить не буду. Чисто ради протеста, так скажем. Так, а соперник тем временем бежит к моим воротам. Нет, это гол, скорее всего, да. Эдерсон с почином, первый удар в створ, сразу забивает. Ну и Рэшфорд как бы говорит: сосать. Чел, который, видимо, хочет разъебать меня. Судя по тому, что происходит сейчас на поле, он играет неплохо. Так, Лапорте, не пускать, не пускать. У тебя корпус прям невъебенный должен быть. Так, тихушку раскатываем. Прострел. Пас. Хорошо. Гаррет Белл. Голевая передача, забивает кто? Гамеро. Гамеро, удивительно, он все еще играет у нас в основе, ребята. Гамеро. Блять, пока я тут пизжу, ко мне киковная летит, сука. Ну так вот, ребята, четвертый выпуск, а Гамеро до сих пор играет у меня в основе, блять, я в шоке. Ну вот не падают нам нападающие, в защиту еще более-менее, вот там Альба, Лапорте. Да, я ролик записываю, быстро. Я сейчас дозаписываю, отвечу. Хорошо? Давай. Блять, блять, пожалуйста, пожалуйста. Боже, боже, игра меня пощадила. Я пока разговаривал по телефону, у соперника было две штанги. Гаррет Белл, я вижу там Адама Трауре, но похуй на Адама Трауре, потому что есть Гаррет Белл. В дальнюю! Бля, как же хорош Гаррет Белл, ребята. Вы посмотрите, что он творит, блять. Обосрался. Обосрался Лапорта, пожалуйста. Ой-ой-ой, он коснулся мяча. Из последних сил в подкате я засейвил. Охуеть, ну у меня нет комментариев. Ну типа вы сами видите, ну это пиздец какой-то. Что творит Гаррет Белл? Блять, ну ну Гаррет Белл, разъебуй. Просто разъебуй. Блять, да что ты подскользнулся, блять, чел. Бля, как он корпус еще ставит? Посмотрите, как он держит корпус Гаррет Белл. Охренеть, просто охренеть. Это что за машина? Это что за машина, ребята? 4-1. Не, ну чувак, это Габелла. Это просто... Ой-ой-ой. Но это единственный способ, каким ты можешь остановить Гаррета Белла. Это красная карточка. Он просто уже не выдержал и сделал подкат. Блять, ну Лапорте, конечно, не догонит. Эдерсон, нахуй ты сам выбегаешь. Отлета... Да, блять, ну аж отобрал мяч. Ну аж отобрал мяч. Ой-ой-ой. Да что ты твори... Да ладно! Эдерсон, хорошо. Так, ну не держать, 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 Эдерсон. Ну, какие-то сейвы делает, но не сказать, что это прям на голову выше, чем у того же... Тихо, тихо, у того же Шмейхеля, хотя вот этот сейв мне тоже понравился. Ну, в последние несколько минут особо ничего не происходит, соперник атакует, что-то пытается делать, но вот сейчас он забил, хорошо. Так, ну вот Лапорте, конечно, вот на скорости прям вообще очень херовый. Ну, тут мне только что его нападающий пожалел немножко. Перебрасывай. Пау! Гамеро тоже забивает. Первый матч, если я не ошибаюсь, тоже с таким счетом закончился, если я не ошибаюсь. Хотя, возможно, ошибаюсь. Я точно не уверен, но вроде какой-то такой счет был. Ну что, ребята, очередная победа над донатным составом. Хотя у нас тоже донатный состав, но качество у них, конечно, немножко отличается. Гамеро лучший игрок матча. 2 гола, 3 ассиста. Гаррет Белл 3 гола, 1 ассист. По сути, кроме них вообще никто не принимал участие в атаке. А это значит, что мы снова открываем 8 пиков. 8 на 8, ребята. На секундочку, ребята. Гаррет Белл за 3 матча забил
8 голов и дал 2 голевые передачи. Гамиро уже 9 матчей отыграл за мой клуб и забил 11 голов. Гамиро, ребят. Собственно, я нашел, куда деть свои монеты. Я буду покупать игроков, которые улетят у меня в СБЧ. Ну и давайте, ребята, сделаем так. 5 пиков я открою за 5 голов и открою один пак за победу. Потому что я посмотрел, там уже по монетам у меня идет проеб. И, собственно, давайте, полетели. Так, Честер, ты хочешь мне помочь, да? Открываем первый пик и не видим, собственно, ничего. Давай, Честер, покажи, что ты умеешь. А ты умеешь доставать Сауля. Так, давай теперь попробуем левой лапы. Правой нам не повезло. Давай, кнуть левоногий такой. Ой-ой-ой, Соня. Честер, давай. Ну. О-хо-хо! Респект. А где ты, блядь? Респект. Это супер карта. Потому что. Во-первых, у него 5 звезд на финтах на позиции ЦЗшника. И во-вторых, он дает линк Хорди Альбе. Охренеть. Это шикарно. Вот и первая классная карточка в нашем составе. Так, Хермоса. Сколько он стоит? 200 тысяч, ребята. 200 кусков стоит Хермоса. Это отличный дроп. Пики 81 плюс зарешали. Ну и второй пакетик открываем. Ой-хо-хо. Даже так. Гризман или Хеннесси. Я, конечно, люблю искать, но возьму, пожалуй, Гризи 87. Прикольно. Вот это пики. Смотрите. Ну и, собственно, за победу я открываю пак за полтос. И будем верить, что здесь нам тоже повезет. Испанец Сапник. Это кто там? Я забыл, как его зовут. Это Луис Альберто, 85 рейтинг. Промос. Ну, промос как суперсап, может быть, пойдет. Караев Сралька. Ну, понятно, короче. И сегодняшнее усиление, ребята, невероятным образом делает нашу сыгранность в сотку. Не знаю, как вы, ребята, но сегодняшним выпуском и, в частности, дропом я прям доволен. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк. 10 тысяч лайков смотивирует меня поскорее записать следующую версию FIFA с донатом. Ну и, собственно, благодарю вас за просмотр. Оставляйте классные комментарии. С вами был я, Пандос FX. Всем хорошего настроения. Чао, какао.